Ну вот, друзья, вчера я сам себе готовил завтрак. Сегодня мне готовят завтрак Матулька. Мои любимые яички. Здравствуйте, друзья. Вот они. Яишенка Андрюшина. Да. У него завтрак не проходит без яичницы. Да, это не завтрак. Если я яйца не поел, все это было. День на смарку. А я уже завтракала с утра. Ух ты, блин, как до этого? Пока ну, я спал? Мы вчера легли в 3 часа ночи. А, ну да. Мы фильм смотрели. Андрей говорит, давай посмотрим. А я вообще 100 лет фильмов не смотрела. Все в интернете как-то. Говорю, ну давай посмотрим. Андрей уже не захотел смотреть. Я говорю, нет, смотрим. И так и до конца досмотрели. Но я не люблю фильмы, когда плохо заканчиваются в конце. Я Андрею говорю, перемотай наконец немножко, если там не трагическое, я буду смотреть, чтобы не плакать, ну, не переживай сильно. Немножко плакала все равно я. Такой фильм, эти, как Андрей? Робинзон. Робинзон. Ну, хороший фильм. Мы когда-то его смотрели, да, я, наверное, просто забыла. Да. Давно уже. И вот посмотрели оконцовку, вернулись на начало и все-таки посмотрели. И, в общем, легли в 3 часа ночи, поэтому Андрюшка сегодня спал, наверное, до 11 точно так легли. Нет. А до скольки? Нет, я сейчас... Время 12. В 10:09 я проснулся, потому что я глаза открыл и сразу на часы глянул. Понятно. А я проснулась рано. Рано сегодня проснулась и уже позавтракала, кофе попила, а сейчас себе кефир налила, вон это, голубику туда добавила. Это у меня второй завтрак. В общем, обед у меня позже будет. А с утра уже полы перемыла, убралась. Стирка уже у меня. Золушка. Все дела переделала. Золушка прямо-то. На балу, блин, нашел я себе когда-то. Ой, в общем, вот такие вот дела у нас с утра. А, еще, помидоры же у нас. О. Покажи, ты же сам не видел. Да. Да. Точно. А, вот я, вот. Я думаю, что ты меня разбудила. Точно, ты... Ты мне про помидоры говорил, разбудил. А что же я не заметил в прошлый раз? Я сама не видела, я открывала. Где? Показывай. Вон так. Висит. Mm-hmm. Вон висит. Точно. Помидорки. Вот она, зелененькая. Здорово. Первая помидорка у нас. Пушарик. Вот огурчик. Огурчик растет тоже. Ну, я думаю, что вот этот должен вырасти огурец. Ну, там их полно, вон, блин. Им, я не знаю, вон, их слишком, слишком много. Мне кажется, они не оселяют. Их, может быть, какие-то надо убрать? Не знаю. Все, нет больше помидоров? Пока нет, пока я подвязала их вот сегодня. Это-то стоит нормально, ту вот подвязала. Помидорку эту подвязала, чтобы она не падала. Долго, да ты моя девочка. Да моя красавица. Да, пожарик. Слово-то погуляла. А, я еще с ней вот вышла как раз, и все, у меня весь пол. Пушок, смотри, что делать, Ах ты, блин! Вот он здесь вот так драл, я ругала, смотри, что пушарик порвал. Смотри, что дыры какие. Вот хулиган. Я здесь его тут раз отругала. И опять, о, дырки наделал. Так что его дома страшно оставлять одного. Так, короче, давай. Пушарик, сейчас. Ты будешь гулять? Пушарик, готовим этот в приют, блин. Вещи собираем. Тёпа поговорит. Не слушник он. Да, не слушник он. Ой, я красавица. Вот она. Лёлечка Нася, вот она. Красотка. Это тоже соседка тоже вышла. Говорит, ой, а что я говорю? Ну, вот с ногой. С лапой. Я говорю, так и так. Она говорит, господи, какая же она у вас умная собака. Такая добрая. Я говорю, ну это точно, говорю. Такие редко бывают собаки. Ни на кого не кидается, ничего никогда. Спокойно идет вечно. Да, моя бабулечка. Я думала, ей 16 лет будет, а Андрей говорит, 17 будет. 17 будет, да, в июне. О, пофигу все. Назад вернулся. Пушок. Пушок. Тимоська. Ну, Моська. Смотри, не хулигай. Прячьте тапки мне. Носу вам в них. Да, хулиган. Ну, пошли. Здесь прям на углу так скользко, прям вот так вот чуть не прийти. Аккуратней. Накормила. Там кошки дворовые, 5 штук вышли. Потом
на мусорку пошла, там два кота. Короче, всех накормила. О, наш вон стоит. Молодец. Что у нас кричит? Да. Вчера дымок и Мурка была там, рыжика не было. Это рыжик, наверное. Нет, не Мурка. А рыжик там, вот я сейчас кормила, может, это наш там? Может быть. Так, там тоже рыжик. Я вчера вечером, может... А, ну... Ага. Ну да, вечером, часа в 4, наверное, вчера. Угу. Будет ищи есть. Ешьте. Свеженького вам. Ну, рычат, глянь. Рычат. Щи все любят. Суп не хотят. Угу. Все в хозяина. Да. Ну я тоже больше щи люблю. Я сейчас тоже. Я супчик буду варить. Я суп... Не, ну суп я люблю свеженький, такой вот прям свежий. И все. Ух ты. Что-то падает. Не рухнул там еще сарай. От снега. Хорошо шифер сверху сняли. И то, видишь, все равно там этот снег много. Да. Насыпало, не провалит. Да, да. Ого, там прям вот так снега. Угу. Ну, давай. Ну, все, накормили. Рыжик, наверное, все-таки там. У того подъезда, у первого дома. Так что он тоже там поест. Я смотрю, рыжик какой-то побежал, он не обратил внимания. Так, это тоже в сарай убрать надо. И казан здесь? Нет, эту мусорку не надо, это коробки. Это специально коробки на всякий случай. Пускай лежат. Так, ну все, сейчас пойдем домой, будем готовить что-нибудь, надо обед варить. Ребят, забыли еще показать. Вот, Андрей. Ой. Что-то надо здесь. Печку. Она мне говорит, для казана, она просто, я тебя замерз сделать хочу. В общем, соорудил что-то. Казан взял. Катится. Так, здесь большой, значит так. Такая у нас печка будет. В общем, на улице хотим приготовить, в казане. Жаркое. А, я думал здесь вот обрезать. Нормально так? Нормально. Ну вот. Вот сейчас выздоровим. Я выздоровлю. Ну, вообще можно вырезать. Но я не хочу здесь подкидывать. Угу. Можно здесь вырезать. Ну, так удобнее, наверное. Удобнее, да? Будет, да, подкидывать. Угу. В принципе. Просто я думаю, вдруг высокое будет. Не знаю. Может быть, если что, переворачивать. Это для большого. А? Это для большого казана. Ну да. Если что. Нет, так она, видишь, проваливает. Ну, тоже нормально. Но она будет на углях лежать или нет? Не, она там. А, угли внизу. Болтаться не будет. Нормально. Ну, в общем, посмотрим. Она не упадет тут. Не, я просто вдруг на углях не будет хватать это, ну, пониже, чтобы опустить. Угу. В принципе, нормально. Тогда здесь не, ну, дырка, она будет ни к чему. Здесь ниже, если сделать. Посмотрим. Это просто пока еще, как говорится, наработки. Думаем, как лучше. Думай, думай, дорогой. Да. Посмотрим. Да, наверное, лучше здесь вырежу окошечко. Ага. Для углей. В нижнем. И, короче, будем на улице мы жарить мясо. Я хочу рагу овощного. На костре. Ну вот, застрял. Ну все, пошли. Угу. Бросай. Ты же сегодня не будешь делать? Нет. Она стекает. Да. Друзья, мы уже дома. Пришли с сарая. Вот. Ну, только тут картошку решила. Я, в общем, курицу хребты сварила. Сейчас супчик хочу сварить. Порезала картошку почистить. Смотрю, она у меня начала портиться. Я давай все это, мешочек весь перебирать. Вот перечистила картошку куда-то надо теперь. Пожарим. Пожарим, я капустки хотела приготовить. Ну, немножко поджарим, да? Поджарим, да. Чуть-чуть, на разок. Да. Вот, и что еще я? А, сейчас курицу достала. Тоже вот, ну, разморозила, сейчас замариную. Ну, в общем, не знаю, просто пожарю курочки нам. Хорошо. Потому что вот так. А ты что, кофеварку свою не убрал, дружба? Она у меня остывала.
Ее надо помыть, не забудь. А ты ее туда уберешь? Я специально оставляю на плите, чтобы не забыть ее помыть потом. А туда ты уберешь, я считаю, ее уже помыть. Ну ладно, я сейчас сама помню. Смотри у меня. А забудешь? Ты чем занимаешься-то? Я занимаюсь. Я, друзья, занимаюсь херней разным. Вот у меня тут я паяю. С продуктами вместе. Да, ой, надо же увидел сразу. Она на меня вот хоть обратила внимание, а то не обращать внимания, а то сижу рядышком с ней. Ну, в общем, сейчас легкого супчика сварим, потом вот курочку поджарю. Я вообще капусту хотела потушить, но он говорит, картошку пожарить. Ну ладно, посмотрим. И печенюшек испечь хочу. Ой, опять печенюшки. Ну, они такие, типа хворост, Андрей. Ну, тем более. А потом будешь визжать меня, что поправился бы. Да не включайте так сильно. Это... Нет, наоборот. Она просто по сторонам греет. Это вот большая духовка. Вот да. Так мы на кухне вдвоем когда. Да. Он лезет, блин, мне здесь указывает. То не так, это не так. Пока занимается, там его не слышно. Но если он ничего не делает, все. Полный контроль. Естественно. Я же не умею готовить. Конечно. Да нет, он такой советчик просто у меня такой. Да? Мудак он просто такой. Что, конечно. Это я не ругаюсь. Ладно, давай. Ребят, у меня здесь полным ходом варка идет. Супчик. Сейчас вот зажарку делаю на супец. В общем, целую кастрюлю не стала делать, потому что щи еще есть. И мы не съедим просто суп. Надо еще щи доесть и супчика вот так немножко сварим. Вот. Здесь картошку начистила, то, что осталось. Думаю, ну куда ее девать? Андрей говорит, пожарим. Говорю, хорошо. А сейчас здесь у меня курочка, здесь пару крылышек. Я сейчас замариную. Вот с яйцом посолю, приправки всякой добавлю. Крахмал. И сейчас еще забыла соевый соус или это терияки сейчас возьму. Добавлю. Так. Соусов у нас здесь всяких и сиропов. Еще вот от кашля себе взяла сироп. Попутно вам покажу. Пью его еще. Так что вот так. Так. Добавляем терияки. Да, терияки. Я уже думаю, что я там добавляю, Андрей. Вот. Сольки. Так, чеснок сушеный нормальный, чесночком. Маловато, сейчас еще, наверное, открою. Так, ну что, хмель цунели добавим. Я прям полюбила хмель цунели. Мне понравилось. И смесь перцев. Так. Теперь сюда два яйца. Сейчас размешаем и добавим крахмалы. И все. Одной рукой неудобно прям мне снимать и все это делать. Андрей у меня там занят, что-то делает. Я не знаю, что, конечно. Но лучше ему не мешать. Ну да. Лучше его не трогать. Так, чесночку надо достать. Я люблю, когда чеснока много, поэтому всегда добавляю прям побольше. Так, ну что, теперь крахмал добавляем. Мне нравится вот эта вот такая вот курочка, именно вот в таком вот маринаде. Или панировке, как сказать. Получается очень вкусно. У меня еще голос остался осиплый. Может, не так слышно, но мне кажется, все равно еще хриплю. Еще можно добавить. Это у нас сегодня такой воскресный день. Каждый своими делами занят. Кто готовит, кто чинит. Ну все, вот где-то
примерно вот такой вот получается маринад. Вот, можно даже немного еще добавить крахмальчика. Сейчас оставлю, помаринуется, а потом будем обжаривать. Ну, как бы вот так. Все, зажарка у меня уже приготовилась. Что мне нравится этот суп куриный, так быстро готовится. Курочка, что, полчаса, и все остальное. Сейчас добавлю. Поджарку, прокипит, укропчика, петрушечки, лаврушечки и все. Вот, а здесь мой монтёр сидит. Ремонтирует. А что, зарядное у тебя устройство, что ли, да, ты делаешь? Да, для на этих. Ну, у меня фонарик такой-то. А, подводный? Для подводной охоты. Угу. Что-то с зарядкой цену сунул. Угу. Это плохо. Он дорогой. Не, фонарик-то целый, просто эти батарейки, ну, зарядку, дырку сделал. Понятно. Ну ладно, ремонтирую, я буду дальше готовить. Угу. Ну все, ребят, супчик я сварила, картошка у меня еще жарится. Ну, картошку мы уже сейчас не будем кушать, да, Андрей? Мясо, это мы уже на ужин. На второе. Мы супчик вон уже налили, Андрей капустку солененькую. Он захотел. А я себе сделала сало. Здесь у меня корейская морковь, огурчика свежего порезала и капуста соленая. Я хотел брокколи, а мне капусты дали. Прям я вот вообще... Брокколи просто обожаю. Да, 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 шутник. Сделал я зарядочку. Сделал, да? Да, все работает. Ну, молодец. Я в тебе не сомневалась. Я знаю. А я сейчас вон микстурку выпью от кашля. И супчика тоже поем. И потом что мы? Курочку пожарим и печенюшки будем печь. Ну все, друзья, кто с нами, всем приятного аппетита. Пока-пока. Приятного аппетита. Вам приятного аппетита. Он уже задумался. А я еще думаю, что закончилось видео, что у нас еще день. Ну все, давай, кушать. Друзья, мы еще тут вот решили сальца. Попробовать. Это я нарезала? Ну, в рассоле. Оно у нас не усолилось вот это вот. Почему? В рассоле не усолил? Подожди. Вот я же первый раз что-то я посолила и мало соли добавила. Я попробовала. Еще добавила соли. Оно у нас давно уже солится. Сколько уже? Оно не пересолится, я так думаю. Я все еще, знаешь, с мясом еще. Побольше, чем мяса хочу. Ну, сейчас попробуем. Так что... У меня шлюнки. Ну, любишь ты сало. Я люблю его. Ну, да. Я вот сейчас попробую, я не знаю. Не, я тоже люблю, но у меня стало что-то поджелудочное болеть от сала. Как-то что-то, не знаю. Шкурки мы сразу отрезаем. Ну, да. А что их такие шкурки производственных этих? Ну, да. Там вообще не угрызешь эту шкурку. Котики съедят. Угу. Никакой приправы не добавляла, просто это соль и чеснок. Угу. И все. Ну, сейчас попробуем. Соли мало чуть добавила я. Потом попробовала, пришлось еще добавить. Ты что, не помнишь? Да помню. А-а-а. Нечего было меня слушать. Я тупанул, сказал ложку А-а-а. На литр. А надо 100 грамм на литр. Так, ну я немножко порежу, попробуем, а там потом посмотрим еще. Хорошо. Ладненько. Кому на Руси жить хорошо? А что, наелся? Лежит? Да, да. Да, чего хороший. Да, ну, хватит. Утром. Как кролик. Ну, кролик. Ну-ка, как ты у нас? Ну-ка, давай, давай, давай. Потренируйся. Воображай. Давай, воображай. Ну, давай. Ну, давай. Ну-ка, давай. Когда просит он хрен там. Да. Ну все, не надо воображать, не воображай. Не воображай, не надо. Шок, тебе неплохо. Да, конечно, ему зашибись. У тебя не тахикардия.
Угу. Да ты ему сладкий. Он просто наелся хорошо. Угу. Да. Мясо сколько сегодня съели? С ломкой на пару. Да, а что глаза вытащил? Вот красота, да? Теплее, сытый, да? Угу. Кому-то везет, кому-то нет, да? Угу. Мама дворе сколько кошек. Ну хорошо, что мы их хоть кормим. Вот такие вот. Не мы, там еще кто-то, правда? Ну, да. Сегодня пошла, понесла собакам туда тоже к мусорке, отнесла косточки там все. А этим тоже сальцо от курочки, там крылышки, все. Они довольные кинулись все кушать. Конечно. Видите, как прихожу на мусорку, там еще две кошки сидят. Сколько кошана не корми, все в пакет. Что ты достал? Все в пакет лезет мусорный. О, что ты спер? Ведь наелся. Куриную косточку. Сейчас еще подавится. Ну как ты сейчас отымешь у нее? Ну вообще подавится, он ее не разгрызет. Не надо, кушочек. Не надо, хороший, не надо. Сейчас я тебе сальца дам. Сейчас сальца даст, мама. Подожди. Мелкие кости. Еще не хватало, чтобы глотки застряли. Так и тянет в пакет. На. Собрали мусор, отнести, поставили. Мартышка. Опять все равно. Пушок. Это мозгер жрет, блин. Все, ребят, помариновалась курица, сейчас я ее обжарю, масло уже раскалилось, кусочки у меня большие, не стала я их мельчить. Так, ну и все, газ у меня чуть больше среднего, я оставляю, обжаривается, курица запечатывается и получается очень вкусная, сочная внутри. Вот так вот. Такой вот корочкой получается. Как отбивное. Ну да. Два крылышка еще у меня. Ребят, пока у меня курица жарится, сейчас я хочу замесить тесто. Здесь у меня 260 грамм муки просеянной и вот 10-граммовые сливки. Это вот печенье будет. Ну, они такие печенья, как хворост. Вот, а сверху сахарная пудра будет посыпаться. Так что мы опять худеем. Маловато муки. Что-то у меня еще ложечку добавлю. Сейчас вот замешу, посмотрю. Жую курицу, попробовала, она такая вкусная, кусочек откусила. В общем, вот такая курица у нас получилась, очень сочная, вкусная, прям прелесть. И тесто. Все, я его сейчас оставлю немножко, пускай оно полежит, и будем раскатывать печенюшки. Хорошо. Ну все, девчонки и мальчишки, я разделила тесто и его сейчас буду раскатывать. Тонко-тонко раскатываем и нарезаем. Покажу как. Тесто раскатывается очень легко, хорошо. Оно такое эластичное, мягкое-мягкое. Прям приятное на ощупь, такое вот гладенькое тесто.
все, вот так рассказали тоненько, и сейчас нарежем. Андрей смеется. Это что, мне на один зубок такой хворост тоненький, говорит, куда такой? Конечно. Я говорю, ну, мы сделаем немножко, а тебе понравится, я буду еще делать. Так что, дорогой, ты не переживай, не похудеешь. Я тебе не позволю худеть. Ну все, вот так раскатала. У меня нету ажурного ножа, как порезать. И вот хаотично вот так, ну, как бы буду резать просто. Вот так. И все. И сейчас масло вот у меня уже раскаливается, я поставила. Сейчас хорошенько раскалится и будем их жарить. В смысле, ножа у тебя нет? Как? А краешки, чтобы красивые были, я там видела, краешки красивые. Оно вот режет, а они фигурные края. Я понял, да, видел такие ножи. Вот. У нас нет такого. Ну, я думаю, как-нибудь мы это переживем же. Да, конечно. Не столь важно. Самое главное, вкусняшка. Ну, да. Какая разница? Да, когда я жру, я, блядь, на красоту не смотрю. Как семечки их. Хоп-хоп-хоп. И все. И съели. Да? Ну, да. Меня все равно... Я единственное могу удивиться, это сказать, а что так мало? Кабанчик мой. Да. Ну, в общем, вот так. И так поступаем с каждым колобком. Угу. Колобка жалко. Все, жарю я на сильном огне. Ну, практически как хворост у нас получается. А что это? А, ну, а это ну, есть хворост. А почему? Немножко как? Хворост, там немножко, по-моему, другое что-то мы еще ложили. Я просто не помню. Но сливки мы 100% туда, на сливках мы не делали раньше. А, понятно. Ну, друзья, у нас это типа хворост, так что не прикопаешься к нам. А то скажете, ой, да разве это хворост, да разве это то, да сё. Нет, это у нас не хворост, это у нас просто печенье такое печеное. Печенюшки. Так что не докопаетесь. Печенюшки от Андрюшки. Да. Ну, как бы вот так получается. А потом еще сверху пудры, да? Сахар. Да, там сахара же вообще нет. Сейчас сахарная пудра и будут вкусные. Хорошо. Вот такие вот получаются печенки. Сверху я их немного пудры посыпаю. А что это мы тут хомячим? А? Ну, попробуй. Ладно, личико-то, а? Вкусненькие. Вкусненькие. Ну да, они не приторные такие, но как я люблю. Для тебя, конечно, сахара будет мало. Да? Не, нормально. Нормально? Угу. Мне нравятся вкусненькие. И что, мне нравится быстро готовиться, да? Угу. Что там, лепишь только, быстренько раскатываешь и все. Прелесть. Но они как семечки. Угу. Вкусненько. Может их побольше делать величиной? Не, нормально. Самый раз. Угу. Пошли, дорогой. Иду. Я уже все наготовила. Знаешь, сколько получилось? Правда, я немножко уже похомячила и чуть-чуть отсюда. Еще? Пока готовила, не могу. Грызу, они еще как похомячила. Андрей, очень вкусно. Я не могу прям вообще... Так что, друзья, готовьте очень вкусное печенье. Такое вообще два ингредиента. Ну, если не считать сливки. Ой, сливки, это пудру сверху. Прям обалденные. Так что вот так. Сейчас мы будем... У меня здесь вон полчашечки кофе. Сейчас я буду с кофеечком кушать. Вот, курочка у нас тоже приготовилась. Картошка это на ужин нам. Ну вот, так что все. Друзья. Так что видео подошло к концу. Спасибо, что провели этот день с нами. Вот. Кто не подписался, подписывайтесь, друзья. Ну, всем пока-пока. И крепкого здоровья всем, друзья. Все, пока-пока, до новых встреч.